This man's wife has been sold for $1,000 to one of Turkey's most notorious and violent sex traffickers. Дай мне скатик. Дайте мне скатик, пожалуйста. Она сейчас не возле нас. А где? Она вчера говорила ясно. Я хочу ее убить. Вот так она говорила в камеру. Я хочу ее убить. His only hope of ever seeing Katya again is to pretend to be a trafficker himself and try to buy her back. Сели и поговорили. Я обещаю, с моей стороны ничего не будет. If he fails, she will be trafficked through Europe and disappear into a life of sexual slavery. Он говорит, что он тебе не доверяет. Ну, скотина, блин, именно, блин, я их ненавижу, я вам передать. Katya was just 23 years old when she became a victim of Europe's fastest growing criminal trade, the trafficking of women for sexual exploitation. The traffickers in women have worked out that they can make as much money out of trafficking in women as they can in drugs. Довольно-таки прибыльный бизнес. А спросом наши девушки пользуются, потому что они довольно-таки симпатичные. Ну и доступные. Сколько мне в одну девчонку выйдет, это будет стоить? Если она красивая, молодая. А, здравствуйте, вы поговорите, здравствуйте, сколько? Нет, года, два года, на место. Да, Katya's journey into sexual slavery began in Odessa, the organized crime capital of Ukraine, Europe's largest supplier of trafficked women. Odessa's port is a magnet for traffickers. So many women are caught up in the trade that an office has been set up here specifically to help the victims and their families. Today, Virel is here, hoping to get help finding his wife. Она выехала 12 июня. Она одна уехала? С ним приехала, с Владом. А она уехала с Владом? Кто такой Влад? Знакомый, который продал мою жену. Virel's nightmare began when his friend Vlad, who had traveled to Turkey with Katya, phoned him. Позвонил он в воскресенье. Сказал, я продал твою жену. Он сказал, что продал? Да, я продал твою жену. И жена ваша уехала, я знаю, беременная? Да. Какой срок? Уже почти 5 месяцев. Где-то 4,5, где-то так. Ну да, месяц уже почти прошел. Мне забрали паспорт, заставляют... он приводит турка, открывает двери, закрывает, и она обязана делать то, что он говорит. Она плачет по телефону, просит, чтобы я ее забрал, и что я могу ей сказать? Like many sex traffic victims, Katya went to Turkey by boat from Odessa. The Ukrainian Secret Service has tipped off the crew about a woman who regularly uses this port. We'll call her Olga. She runs a legitimate business, helping people find work in Turkey. But the Secret Service believe this is also a cover for sex trafficking. If they're right, some of these young women are in danger of being sold into sexual slavery. Есть более короткие сети, есть более длинные. Значит, обычно это средняя сеть, где участвуют где-то 3-4 посредника. Значит, человек проводит через Украину. Может посадить на корабль. И уже в Турции человек другой принимает эту девушку. Потом передает, естественно, ну, уже хозяину, сутенеру. Six months ago, Anya and Katerina were also brought to Turkey by Olga. Та женщина, которая нас перевозила в Турцию, продала. Она к нам... Паша к нам неплохо относилась.
подходила, спрашивала, как дела. Как девчонки, нормально. Немножко волновались, потому что едем как не есть, чужая страна. When Katya took the boat 4 weeks ago, she thought she was going with a trusted friend to buy stock for her mother's market stall. Говорит, я тоже буду ехать все равно, я могу провести твою жену, чтобы с ней там ничего не случилось. Нормальный человек, тихий, разговаривает нормально. За Катю мне заплатили $1000 США. То есть во столько они оценили на тот момент Катю. Он сказал, я продал твою жену. Я говорю, ты что? Сразу сообразил, что нельзя на него налетать, потому что он пропадет. Ну, не будет звонить и не скажет номер телефона свой. Я его не найду и не найду свою жену. Влад found out that the trafficker he sold Katya to in turn resold her to a notoriously violent pimp called Apo. Apo – это тот человек, у которого, если смотреть с общечеловеческой стороны, у него святого, в принципе, нету. То есть он может переступить через все, не глядя на последствия и так далее. Вот. Бывает временами жесток. Женатый год, получается, она беременна от меня. Это мальчик, который у нее. Почему я позвонил ему, да? Сказать, совесть замучила, это будет слишком наглым высказыванием с моей стороны после того, что я сделала. Ну, как ни странно, совесть сыграла тоже свою роль. Влад helped VRL contact Apo, the pimp who now owns Katya. Pretending to be the trafficker who first sold Katya, VRL asked to meet Apo at a Turkish airport to buy Katya back. When Apo agreed, VRL went to the local police. Полицейских расставили везде, чтобы схватить его. Я ему позвонил, он приехал. Я его спросил, где моя жена, он сказал, она на работе, работает с клиентом. Тут вышел полицейский, свистнул свисток. Он уехал, я. Казался вообще со мной разговаривать. Katya has now been in the hands of sex traffickers for over a month. Готов на все, чтобы ее только забрать. Любые условия, без разницы. Хоть органы свои, блядь, продавай. With or without the help of the police, VRL is determined to go back to Turkey to somehow save his wife. Katya's hometown is in Moldova, just to the west of Ukraine. This is the poorest country in Europe, and Tiraspol, its second largest city, is notorious for arms, drugs, and human trafficking. Уже уговаривала их, говорю, едьте что-то работать. Едьте, работайте, хоть как-то люди ж работают. Вот, сама, наверное, виновата, что послала их. When Katya left for Turkey, she left her 5-year-old son Ruslan with her mother. Ребенок, 5-й год, ребенку, а мне 60. Я говорю, мама поехала работать. И да что, ребенку сказать, что мы маму продали, вы что? А почему так долго нет? И вот плакал, все время плакал ребенок. А ребенку объясни, что ему объяснишь, маленький? Мама, где папа?
Ну что ему скажешь? Trafficking victims often disappear without a trace. What little we know about what Katja may be enduring is pieced together from those who do manage to escape. Today, 23-year-old Tanya is seeing her family for the first time since she became a victim of sex trafficking. Что я в своей жизни мало сталкивалась со злом. Как я не могла поверить, что такое может случиться и такое есть нас. Мне казалось, что должны быть добрые люди или хотя бы кто-то из этих патронов, кто бы... понял меня и отправил домой. Я там скучалась, ты что, не скучалась? Tanya's family was living near Chernobyl when the worst nuclear reactor accident in history took place. Exposed to radioactive fallout, her family was relocated to Free Will in western Ukraine. They are now plagued with health problems. Her mother and older brother have TB. Her sister has a brain tumor, and her brother is gravely ill after a series of botched abdominal operations. Врачи сказали, что наши деньги и его жизнь, если будут нормальные деньги, чтобы ему сделать высшее лечение, а если не будет или так чуть-чуть, то ничего у нас не получится. Типа можем сразу заказывать группу и все. Работали в Николаеве в кафе поваром. А Николаев — это я первый раз только поехала вообще в Николаев. The first person in a trafficking chain often knows the victim and her family quite well. In Tanya's case, a woman at the cafe befriended her and offered her a well-paid job as a nanny abroad. Ну как мне, как бы сказать, семьей давить, понимаете, как, ну, говорить за то, что у меня дома проблемы, типа, что я многое теряю. Я ночью собиралась идти на автобус. Дочка моя спала. Я подошла ей поцеловать, она проснулась, прижалась ко мне, начала просить, что мама, не уезжай. Я ей начала говорить: дочка, говорю, я ненадолго, я, возможно, говорю, скоро приеду. Она засунула ручку под подушку и достала мне такой маленький деревянный крестик. Дала его мне, положила руку, говорит: мама, на это, пусть будет с тобой. Зачем, говорю, это же твоя игрушка. Она говорит: нет, говорит, пусть с тобой будет, я тебе его покажу. То есть они будут знать заранее, на что здесь? Там скажу, что будешь работать официанткой, а тут на эту быстрый пес. The traffickers are very skilled. They know how to pick out a vulnerable woman. If you gave them five women, they'd probably make a beeline for the most vulnerable and get it right. But even if there's some niggling doubt in the back of their mind that this might not be, you know, the perfect job opportunity, or there might be something a little bit dodgy about it, they're going to desperately want to believe that it's okay. So they're going to be far more likely to just take that risk and to go. Because, you know, what could be worse than the life they're having at the minute? And, of course, there is something worse. Ну вот, чтобы сразу убираться, документики пусть будут. Мы будем говорить здесь, что будут документы при ней, на самом деле забирайте. Не будет такой. Ну, как понимается, любой человек, который занимается работой с людьми, общением с людьми, он должен знать хотя бы чуть-чуть психологию человека. Чем можно человека завлечь?
средств не хватает на питание нормальное. Поэтому многие стараются выехать за границу на работу. У него на слуху остается только за границей большая сумма денег, которая прельщает. Посмотри, девчонка, можно будет? Обязательно. Я сначала сама. Я посмотрю, если она вам подойдет. Значит, я позже звоню, приезжайте, смотрите сами. Я же вам не буду кота удочкой давать, правильно? Ты правильно говоришь? Совершенно верно. These people are criminals. They will put their hand to anything that makes them money. They don't want to be caught, and it's easier to move women across boundaries and borders than it is drugs, because the customs are there, they know what they're looking for, but a woman coming into an airport with a luggage, a passport, very difficult to identify. Ну, лично я этим не занимаюсь. Я набираю людей, а другой человек этим занимается. Потому что я не ресурс, у меня очень много. Засвечены очень сильно. И тем более я знаю, что если, не дай бог, что со мной случится, мои зубы на полку тоже сложатся на трожине. Тем более у меня девочка, вот невеста и дочка в академии учатся на юристов, понимаешь? И все, чтобы я не подорвала авторитета. Отчисление сразу же. After a two-day boat trip, the alleged trafficker, Olga, has arrived in Istanbul with her group of young hopefuls. She takes her group to Aksaray, a bustling district in the heart of Istanbul, home to thousands of expats from the former Soviet bloc. This car park is an unofficial market for Russian migrant workers. Deals are made. Legal and illegal workers head to their new employers. And women are sold. Anya and Katerina were taken to exactly the same spot 6 months ago. Говорит, подождите еще. Потом к нам подошла, говорит, идемте со мной. А мы пошли за ней, перешли дорогу. Стоял на улице столик, за которым сидели мужчины. Она подвела нас туда и сказала, что один из них директор магазина. Они сейчас завезут на квартиру, в которой мы будем жить. Она села с ними поговорила. По-турецки взяла деньги, начала деньги считать. Они так, незаметно, но... Я же видела, когда она считала деньги. Я сразу так уже испугалась. Она говорит, нет, нет, типа нормально, все, поедете с ними, хорошие люди, будете у них работать, типа, не переживайте. Ну, так мы уже, в принципе... Да, дали, что... Чем будем работать, типа, что она нас продает. Но надеялись, что, может, а вдруг что-то не то, вдруг не то поняли, вдруг... Вот так же полиция вот стоит, она вот отошла два шага от полиции и продает. Не боится ничего. Не испортились жизнь. Привели нас на квартиру до вечера. Вечером меня разбудил он, сутенер, и сказал, одевайся, пойдешь работать. Я говорю, как работать? Она говорит, как? Одевайся, посмотришь. Мы приехали с ним в отель, в номер пришли. Это был ужас. Как бы сказать, он меня прям насиловал, я кричала, вырывалась. Жестокий такой очень был. Я старалась как бы разжаловаться, уже засадила, чтобы с ним поговорить, так он насиловал, издевался. Как ложили нас под всех всяких турков. Под кого хотели, издевались татами.
их не гражданин. Мы начали говорить, что мы не хотим работать и не будем. Нина говорит, типа, как вы не будете, мы вас купили. Эта женщина вас продала за 5000 долларов. И мы ей дали деньги, теперь, типа, вы наши. Потому что на нас там не смотрели, как на людей, а лишь как на проституток, как просто на мясо, которое можно использовать. Все зависит от того, насколько психологически настроена эта девушка. Если у нее слабая психика, то она обычно ломается. Вот, то есть ее уговаривают, так сказать, под разными уговорами, методами работать с проституткой. Кого уговорами? Те, которые не знают, например, некоторых могут и силой, допустим. Как бы, даже никогда не подумала, что такой какой-то ситуации я окажусь в жизни. Все время как будто это преследует. Все время с головы не выходит. Все время думается. Все время перед глазами. Virel is now going back to Turkey to try to rescue his wife from Apo, the pimp who now owns her. After the failed arrest attempt at the airport, Virel has lost faith in the Turkish police. His only hope of saving Katya now is to continue to pose as the trafficker, Serioja, and try to buy her back. But first, he has to convince Apo, or his wife Maria, that he too only just escaped arrest at the airport 2 weeks earlier. Алло? Да. Это Сережа. Может, ты неправильно понял? С Одессы. Сережа, ты приехал с России, там, с Молдавии, откуда ты приехал, с Украины. Там ты ездил к ментам, сказал, что мы эту Катю украли. Я не говорил там, что менты... Ты меня выслушай правильно, ты меня выслушай правильно. Просто, получается, в ментовку заявила Катина мама в Молдавии. Меня взяли за задницу на Украине. Понимаешь? Вот в чем дело. Им нужна Катя. И у меня есть единственный выход, чтобы не сесть, выкупить ее за деньги. А у вас это отвязаться от проблем, чтобы она выехала вообще нахрен с этой страны. Короче, ты сходи к ним там, скажи там, что ты это, мы не виноваты вообще. Солнце, а как я пойду к ментам сейчас? Ты что? Да, она твоя любимая. Да, такая же любимая, как вот эти мои тут. Ты не знала, какая она сучка? Я не знаю. Я знаю одно, что ее мама подняла большой-большой кипиш. А муж ее? Да я откуда знаю, там муж, нафиг оно мне надо. Вот что самое главное, чтобы ее не было здесь. Все, в Турции, чтобы ее не было, чтобы к вам претензий никто не имел. Позвони через 20 минут. Хорошо, мой придет, мы поговорим. Хорошо, Мария, без проблем. Хорошо? Да. Давай. Пока. Через 20 минут перезвонить. Фу, бля, разговор длинный. Алло. Ну что вы порешали? Вот, он говорит, что он тебе не доверяет. Ты ему ошибку сделал. Он не может тебе доверять. Просто он тебе не может доверять. Он дай мне с Катей, дайте мне с Катей поговорить. Она сейчас не возле нас. А где? Она не возле нас, она, бля, в другом доме живет сейчас. Мы одни. Так давайте, послушай, давай встретимся вчетвером, Катя, ты, я и Апо. И посядем, нормально поговорим. Я клянусь мамой, что с моей стороны ни одного полицейского не будет. Ни одного и вообще никого. Я пришел, сели на нейтральной территории где-нибудь. Сели нормально в баре где-нибудь. Сели и поговорили. Я обещаю, с моей стороны ничего не будет. Ты тогда завтра зазвонимся. Давай, я тебе завтра, значит, перезвоню. Давай. Господи, нападать на них, конечно.
Говорить, какое нападение? Говорить на то, что вся проблема ихняя и моя, это Катя. Тупые люди, блин. Отдайте Катю, отдайте. Просто ее отдайте, и у вас нету проблем. Меня завезли на виллу. Это был двухэтажный домик. Там были везде на окнах, на двери полностью везде решетки. Они нас закрыли там. People have said to me, well, these girls can run, and they can. There are prison-like brothels out there with locked doors and bars. You go there by invitation, specific people know where it is, and these women are locked up 24 hours a day. They are prisons. Сколько было в день клиентов, столько мне работали. Полностью. Если мы, например, не хотели идти на клиента или на работу, они били нас все. As well as the physical cruelty inflicted on their victims, the traffickers control the women psychologically. The pimps suggest that they can free themselves by working off their purchase price. Ну, он сказал, что заплатил за меня большие деньги и что я должна отработать эти деньги. Говорю, хорошо, если я, например, отработаю хотя бы этот месяц, чтобы как тебе вернуть долг, и ты тогда отпустишь меня домой, чтобы я смогла уехать. Он сказал, что типа хорошо. Долговая кабала, она в принципе и есть, это и есть та же сумма отработки. Ее можно растянуть. Тут получается уже долговая яма, в результате которой она, работая и не получает ни копейки денег. Он сказал, что месяц он типа будет выплачивать по 500 долларов в месяц. Но как девчонки мне сказали, там так он не платит 500 долларов в месяц, он находит какую-нибудь чизу. Если кто-то находит чизу. Если, например, ты клиент там что-то захотел, и ты отказалась это сделать, он жалуется ему, и он тебя типа налаживает чизу, он может снять с тебя деньги за месяц, за полтора, за два. И плюс добавляет еще месяц бесплатной работы. But the most effective threat used to control the women is the implied danger to their families. The pimps make it clear that they know where their children live. Когда я начала сильно плакать, начала говорить, что я не хочу, что я не смогу, что я хочу домой к ребенку. Мне те девчонки, которые были там, начали говорить, типа, что у нас тоже дети, мы работаем, типа, и ты будешь работать, никуда ты не денешься. Держала в руке и молила Господа, просила, чтобы он мне как-то дал, как-то помог, чтобы я смогла просто приехать домой, вернуться и все. Katya has now been in the hands of Apo and Maria for almost 6 weeks. Getting a face-to-face meeting is VRL's only hope of rescuing his wife. Алло. Алло, Мария. Да, привет. Короче, что нам привезти? Я, короче, с моим-то орёт. Ну, только там ты вообще не привези, хорошо? Мы вообще не придёшь. Я приду с тобой, поговорю. Хорошо? Без проблем, Мария, без проблем. Хорошо, тогда я тебе через 10 минут я тебе буду кидать, хорошо? Позвонишь мне, скажешь? Хорошо, давай. Ну все, давай. Давай. The camera is this button here. That's the camera. Yeah, and try not to touch your shirt because there's a microphone in there as well. Ну хорошо, я значит говорю Migros McDonald's, да? Окей. Maria has set the meeting in a public place, a busy shopping mall. VRL's hopes of seeing his wife again depend on this meeting. Алло? В этом бургере или как он там?
Шакир, Шакестеаре какой-то. Быстро. А, быстро. Так ты беленькая? Что, идем к заднице? Что ты будешь? Я пью работу. Я моему парню говорю, что я... Иду в Николас, чтобы с ним встречаться. Он такой, нет, исходи, и все. Я такая, ну пусть будет, что будет, но я пойду. Не переживай, успокойся, за мной никто не следил. За мной никто не следил, и со мной никого нет, а может, это не переживай. Я ж почему хотел с тобой встретиться, хотя бы с тобой. С тобой я могу поговорить, объяснить ситуацию. Ее отдать, просто ее. Только им ее отдаю. Они поспешили, Акой. Я понимаю, что он не доверяет, но это его оплошность. Звонят моему, а говорит, что Сергей приехал с Молдавии, с ментами, твои менты. Это пиздеж, однозначно пиздеж. Можете подойти к этому менту, который вам это все говорил, въебать ему въебало и... Да, блядь, мы этому мента, блядь, дали $50. Он пиздит, я тебе отвечаю, я... А если хочешь верь, хочешь не верь, блядь, я хочу ее убить. Ты что, даже пальцем не трогайте, потому что будет в натуре, что пиздец. А он думает, что мы ее отправим сейчас, мы ее... Тебя отдадим? И ты... Это Катя моего видела только два раза. Один раз она спала с ним, и второй раз, когда он ее на работу отправил, и все, другие отправил. Она у нас. Ну какая разница? В том, что она ее не видит на Украине и в Молдавии. Подожди, ты понимаешь, в чем проблема? У меня уже не хотел тебе помочь, и вдруг такая проблема. Maria promises to speak to Apo and set up a meeting between the three of them. But Virel is afraid that Apo and Maria may instead simply get rid of the problem by selling Katja. Passed on through the sex trafficking network, she could be anywhere in Europe within days. These women are being trafficked to the West. Europe is the major destination. Germany, upwards of 80,000, 40, 50,000 in the Netherlands, Spain and Italy and Turkey. Anywhere there's a horny guy, there are trafficked women. The scale of the problem is huge. There are thousands of women trafficked into the UK for prostitution. Not just London, Birmingham, Manchester, Liverpool, all got big trafficking problems. Natasha was bought and sold six times before she ended up working in a massage parlor in London. It's like you're dead. Because you're scared, because you're a machine. You're not human. Still afraid for her life and the safety of her family back home, Natasha asked that her identity be concealed. They smuggled me into England in the back of a lorry. I was put in the box in the back. The box was full of wheels. I could barely breathe. First week when I came to London, I was very busy. I had 50 or maybe 60 customers. Everybody wanted to try the new girl. They want extras. Extra, it's mean without condom, it's mean anal sex, it's mean two men and one girl. These women have been trafficked into prostitution. They don't want to be there. They don't want to have sex with the men who come in. And if you don't want to have sex with someone and it happens anyway, that's rape. They're being raped by British men over and over again. And I think Britain has to take responsibility for the fact that it's British people who are continuing to abuse these women, no matter who put them there in the first place. That's what's happening. Sometimes you want to kill this man. If it's
tell you you're a prostitute, you're a bitch, you're a dog, you know, this is kill you. This is kill you. Natasha was finally arrested during a police raid on the London sauna where she worked. The police came and took me to the police station. I didn't have passport, I didn't have any documents. If they don't let me stay here, I don't know what I'm going to do. If I go back, I'm scared of what would happen to me. A few trafficking victims managed to run away, but most are discovered and arrested as prostitutes in police raids. This is all too often the beginning of a new nightmare. When the cops find them, they deport them. The police just simply bring them to the immigration authorities and they are deported. They're re-victimized yet again by the system. So they have no recourse to anything because they're in the country illegally. If these females are deported as prostitutes, sent back to their own countries, invariably they fall back into the hands of the exploiters, of the traffickers, of the pimps, who literally turn them round and send them back again into another town, into another city, via a different route. We need to break that particular loop. We need to break that particular circle. Thirty-six hours have passed, and Virel still hasn't heard back from Maria or Apo. Hello, Maria, можно? Maria, можно? Нет, через полчаса. Через полчаса? Да, да. Хорошо. Скотина, блин, именно, блин, я их ненавижу, я его предать. Так они доиграются. Не в любом случае доиграются. Именно доиграются. Можно, дай мне с Катей поговорить, пару слов. Я уже стоят. А где она? Кати нет. Что значит Кати нет? Не знаю, вот, Кати нету. Increasingly desperate, Virel searches the streets of Antalya in the vague hope of spotting Katya. Практически невозможно было. Связались. Я постоянно думаю, что я где-то встречу по дороге, еще где-то. Видеть все рестораны, все бары, все отели, и не могу их всех проверить. Virel spends all his time looking for Katya and continues to call Apo and Maria. Ты звонил Апо, говорил ему? Я скажу Апо. У вас это отвязаться от проблем, от, чтобы она выехала вообще нахрен с этой страны. Сколько можно, ёбарься. After 5 days of unreturned phone calls, Virel feels his efforts are futile. He hasn't seen his wife for almost 2 months and has little hope of ever finding her. But Katya's story is far from over. Virel finally gave up trying to reach Apo and Maria and had no choice but to return in despair to Tiraspol. But his persistent phone calls did have an effect. Apo and Maria took Katya to the airport and sent her home. After almost 2 months in the hands of sex traffickers, she has finally been set free. Расскажи мне. Как все произошло? Она
как-нибудь в другой раз. Но сейчас, а не сегодня. So many of these girls, when they're rescued or they're discarded on the streets because they're no more use to the pimps and the brothel owners, go home. They come home psychologically devastated. They come home with all kinds of medical problems, sexually transmitted diseases. There's nothing for them. What does she go back to when she had serviced 10 men a night? Он говорит, его зовут Апо. У меня началась истерика. Пришла потом девочка. Такая, чуть-чуть, может, выше меня, светленькая. Как попозже я узнала, что ее уже зовут Таня. Maria's real name is Tanya. In her dealings with Viorel, she'd been using Maria as an alias. Тоже начала объяснять, что я ихняя вещь, что они меня купили для того, чтобы я занималась сексом с ихними клиентами. Когда я начала возмущаться, она типа такая говорит, ты не первая такая, у нас уже такие были, а теперь уже те девочки, которые тоже так возмущались, как и ты, работают, и им даже нравится. Я говорю, ну, тоже говорю ей, если тебе нравится так трахаться с турками, то иди и трахайся. Ну, она меня ударила, потом ушла. Катя не подозревала о том, что какие у меня планы по отношению к ней в Турции. Ну, а как она могла подозревать? В мои планы не входило объяснять ей что-либо. Ну, Катя оказалась более строптивой девочкой, скажем так, девочкой с характером. Потом они привели мужика и сказали, типа, если я его не удовлетворю, то меня убьют. Когда зашел в комнату мужик, я начала с ним драться. Ворвались еще какие-то двое. Повязали меня. Потом обратно наркотики. Били, избивали. Katya came home 6 months pregnant, but because of the drugs and the physical and sexual abuse she'd endured, she had to terminate the pregnancy. Finally came home after a client took pity and helped her escape. But she found her brother's condition had worsened. Desperate and penniless, Tanya has decided to go back to Turkey and prostitute herself. У меня просто не было другого выхода. Мы одалживали очень большую сумму денег, потому что мы не хотели его потерять. Через время сказали, чтобы мы ее возвращали. Если мы не вернем, то могут пострадать и наши дети, и мы в том числе, особенно наши дети, когда нас не будет, что с ним может случиться, что угодно. Мне просто пришлось поехать туда, чтобы заработать деньги. Поймите одно, я хотела спасти брата. With Katya's return,
Vlad was arrested and charged with trafficking for the purpose of sexual exploitation. He could be sentenced to up to 15 years in prison. Katya bravely agreed to testify against him, but when the case came to trial, she was not called as a witness or even informed of the trial date. Although the crew were allowed to film Vlad's sentencing, Katya and Virel were barred from even entering the courtroom. Вы собираетесь на территории Республики Молдова, находитесь в женском поле, затем непосредственно сопровождают потерпевших до города Стамбул, то есть, и тем самым осуществляют продажу в целях социальной эксплуатации. В течение преступления предусмотрены части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Украины, назначенное наказание с применением статьи 69 Уголовного кодекса Украины в виде 5 лет лишения свободы. В соответствии с 75 Уголовного кодекса Украины освободить осужденного Василиадиса от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года. Понятно? Приговор? Да. Подписку не вывезли? Понял. Although he was found guilty, Vlad was only given a suspended sentence and walked free from the court. Ну что, закончился суд. Ему дали 5 лет, условно. Нам обещали, ему дадут 8 лет, 15 лет. Но ни в коем случае не 5 лет, условно. Ну, адвокат — это адвокат, конечно, хороший. Спасибо ему большое. Да и судья человеком просто оказался. Он понял просто, он вник. Сказали: на, иди, занимайся. У тебя очень хорошее прибыльное дело. Продавай людей. Я просто в шоке. За продажу людей, за изнасилование, за избиение. За моральный ущерб. Вот так взять, просто отпустить человека. Это уж слишком.